Ярославские танцоры пятые в мире. В Лондоне завершился престижный международный турнир по танцевальному спорту International Open Championships. Кирилл Белоруков и Полина Телешова в числе 48 топовых пар выступили на круглом паркете Королевского Альберт-Холла. Кирилл и Полина – чемпионы России по латине среди профессионалов WDC. Танцоры пропустили вперед только чемпионов и призеров мира, заняв пятую позицию в исполнении латины. Кирилл – представитель известной ярославской династии исполнителей бальных танцев и тренеров Белоруковых.